Ми в ланцюгах, але ми не в'язні. У вас погляд мутний, у нас погляд ясний. Йду до кінця, я ніби Тайсон. Кожен мій панч, він ніби Тайфун. Це моє місто попілом вкрите. Я тисну на рек, а ти на попіт. Сенс моїх слів не здує вітру. Як дує ми, так дує пів світу. Гей ти. Впервые я вышел, когда ничего не нужно особо анонсировать, так чисто, знаете, вышел. Может, вопросы какие-то возникнут, ответить на них. Как дела с теннисом? Отличный вопрос. Давно не играл. Давно не снимали никакие видосики, вот. Но на этой неделе играю в теннис, поэтому все четко. Сквош вот не играл где-то год, а в теннис начал играть снова, вот. Поэтому все, кто там в теннис играет, накидайте мячиков в чат. Давайте послушаем трючок, хотя бы тут послушайте его, кто не может действительно его послушать. Как раз катанемся по Питеру. Поднял, но все так же голодный. Слышь, я пишу тут полотно, бегущий по лезвию, но я не в гонке. Чтоб не быть броуком, прыгнуть на хайпе, зашквариться, мув беспонтовый. Я никогда не кричал очень много, но меня слышно так громко. Все завертелось, как коптер, обла, я в твоем городе монстр. Тур на 100-500 городов, первый раз, поверь, это жестко. Похуй на бар, ты кричал, обеймерка, хочу полный зал, да и только. Потом отрывал свой голос на каждом концерте, поверь, это больно. Звук из бетонных коробок, от колыбели до гроба. Players Club, команда на стадике, как презентация Донда. Не весь вандализм, как искусство, поэтому будь осторожней. И все это дерьмо так реально похоже на арт-постановку. Ночь перед рассветом темнее, мы сделали деньги, это не сновидение. Брат, просто поверь, я стрельнул, но не сидел за применение. Я не могу врать, всегда видел плюс, даже если не целился. Потерялся во времени, курю прямо в хате, это дом с привидениями. Плевать на мнение, со мной игроки, но не геймеры. Они в клубе с рождения, в клубе даже по воскресеньям. Похуй на мнение. Игроки, но не геймеры. В клубе с рождения, с утра и до бесконечности. Салют, Арни! Что-то заиграло опасно. Ну что, как вам трек? Пишите, как вам трек. Лаги, пишите, как вам трек. Топ. Сколько из 10 оценка?
Кстати, были там комменты по поводу того, что, что кто-то думал, что этот трек типа что-то делался для альбома AA Language, но не вошел. Нет, пацаны, это не так. Трек делался мной чисто для этого проекта специально. Вот. Но полноценный трек выйдет на альбоме. И он уже будет доступен везде, где только можно. Вот, сейчас пока он доступен не везде, но вы знаете, где он есть, поэтому слушайте там. Окей, окей, вижу оценку 100. Нормально. Привет бедолагам. CNP for life, одна любовь, один майк. Я сейчас сделал плейлист специально для МТС с треками, которые ассоциируются у меня с Питером. Там в основном весь CNP, Dev Joint, Asai, всякое вот такое. Времен, когда я прям слушал питерский вот русский рэп. Вот и также треки, которые просто у меня ассоциируются. Вот, плейлистик я завтра скину. Сейчас ездил с кайфом, этот плейлистик слушал там. Типа Клипа-клип, СПБ, часть 1, КЖ Обойма, Ветер потерянного времени, Асаев, Точку и все такое. Ну, окей. Не переживайте, ребята, я тут как пять пальцев дорогу знаю, знаете, CNP. Не устал сверлить. Кстати, да, вот я... До сих пор еще остались те, которые говорят, ой, дрил в 2022-м до сих пор, чуваки, это не тренд, это не какая-то модная хуйня, которую типа надо попробовать там. Вы так думаете, что вот так музыка устроена? Нихуя музыка не так устроена. Типа, дрила будет много еще очень, да, вижу, круто. Дрила будет очень много. Очень. Мне только его сейчас, например, хочется делать. Не дрил тоже будет, но хуйня же, не? Разные, может быть, чуваки. Еще до сих пор остались те, которые думают, что это надо рычать на него. Там. Или что ты должен обязательно кого-нибудь убить, чтобы зачитать это. Нет, чуваки, вы отстали немножко. Дрил охуенно, я согласен, чуваки. Послушайте французский дрил, послушайте английский дрил, американский, разные есть. Много крутого. Газу. Но газу нет, мне меньше нравится. Ой, что-то у меня завис чат. Сниппет? Нет, чуваки, слишком много в этом месяце музла дропается. Будет каша. Все ваше внимание будет на третьем треке. В августе будет еще один дроп. Трек, мало того, клип. И все ваше внимание будет на этом дропе. Месяце, я вас уверяю.
Также мы сделали новые шмотки. На плеер-шоу будут футболки, будут бейсболки. Короче, все не буду вам рассказывать. Попозже вам все это покажу. Но так, закину. Тишки разъеб полный. Кепки тоже разъеб полный. Нет, тур будет в следующем году. КЗ, какие-то регионы и какие-то каннские клаб-шоу в этом году еще будут. Вот. Пока не знаю. Точнее, не это, не обещаю ничего, но что-то есть в этом году будет. По Казахстану не знаю, вроде там были даты и что-то вроде там. Я не помню. О чем у кулончика? Как твои гонки? Чуваки, кто-то, если что-то хотел прям пиздец важно спросить, я не видел, вы можете еще раз задать его. Fit T будет на альбоме. Отвечено. Этого не будет, этого и не должно было быть. Зашло в озвучке работать, хотел бы еще попробовать такое. Не особо, я бы сказал, что это прям какая-то там озвучка или... Короче, просто прикольный опыт, так же, как и с трансляцией теннисной, где я комментировал. Тоже что-то в таком ключе. Я бы, не знаю, я бы, может быть, в кино сыграл или что-нибудь такое. Следующее.
Что ты можешь сказать про AA Language в целом? Мне понравился трек Робчика Outro, мне понравился охуенный парт у Кристалла в треке. Мне понравился Маркус Майо, там прикольный трек. Что еще? Ну вот из нового того, что. А? Короче, респект Арни. Арни круто, что собрал всех на альбоме, сделал то, что многие из продюсеров пытались сделать. Вот у него это, наверное, получилось лучше всех пока что. Вот. Под Арни еще будет трек, то есть Slipknot на альбоме, Дом с привидениями, On Air у него на альбоме. И будет еще один трек под его бит на моем альбоме. А может быть, и даже не под один. Поэтому с Арни у нас как минимум 4 трека в общем. Короче, что-то я еще хотел как будто рассказать, но вы меня даже не спрашиваете особо то, о чем можно поговорить. Но, короче, тем не менее, всем этой ночью кидаю салюты и слушайте Трючок. 28 числа в Москве у нас шоу. В этом месте еще трек. Я вас всех обнял. Доброй ночи. Ночь перед рассветом темнее. Мы сделали деньги. Это не сновидение.